Проблема адаптации ветеранов СВО к мирной жизни стала центральной темой совместного заседания комитетов городской думы. Было принято решение утвердить нового депутата Ивана Плаксина в качестве куратора всех вопросов, связанных с жизнью, работой и социализацией бойцов, вернувшихся домой. Новый парламентарий будет работать на освобожденной основе. Важно, чтобы в городской думе был человек, работающий в этом направлении. И мое мнение, что этот человек должен обладать вот в среде тех же участников специальной военной операции неким авторитетом. И отсюда возникла идея, значит, выделена на эту работу, поставить Ивана Витальевича Плаксина. Новый депутат будет системно заниматься целым комплексом вопросов. Предполагается, что участники специальной военной операции будут вливаться в уже существующие ветеранские организации, но не исключено и создание нового сообщества. Также новый депутат будет заниматься связями с молодежными общественными организациями. Ранее Иван Плаксин курировал деятельность молодежной палаты при городской думе. В ходе заседания комитетов депутаты также внесли изменения в штатную структуру Думы. В соответствии с региональным законодательством оклад депутата на освобожденной основе составит 28 504 рубля. У нас жители говорят, что у нас депутаты работают и получают большую зарплату. Но у нас появится депутат, который будет работать и получать за это зарплату. Мы оправдаем ожидания населения в этой части. Правда, не очень большую, но тем не менее. Планируется, что новый депутат будет официально утвержден в своей должности на ближайшем заседании Гордумы. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.